ладно. Я придумал. Одинаково. Там трение. Трение вот. Вот эти два круга из стекла, да? Покажи. Вращаешь руками на землю. А между ними что? Что между? Воздух. Вот эти генераторы, что ли? Трение, а воздух. Такой допотопный, да? Из диска в кусок стекла. Они вращаются руками на друга и трутся о воздух. Вот трение о воздух дает нам накопление заряда. Все остальное только снимает заряд, и они у нас собираются на этой шаре. Значит, я беру вот такую установку. Кстати, вот здесь металлическая часть игла, на иглу сажать такую кристаллинку. Кристаллинка сделана из спиц, и кончики их закрыты все в одну сторону. Я кладу кристаллинку сюда и буду крутить ручку электрохода машины. Короче, это шарик в руках. Да, наверное, пошел. Заряжай телефон, не забывай, давай. Ира, Ира, беги, сейчас взорвется. Ира! Ира! Беги, я их отвлеку. Ира! Ира! Слушай, ты хотел бы на лосы посадить? На самом деле? Да. О, у меня есть дома машинка, давай я завтра принесу. Вертушка начинает крутиться. Смотрите, как она отобралась, синяя крутится, да? Почему она крутится? Что ее раскручивает? Она крутится, если синяя закрутит. Как вы считаете? Ну, заряд притягивает. Ира, что ее? Серьезно, Ира. А где то? Какой? Ира. Никита очень легко. Стекание заряда с острия. Я вам показала, что... Смотри. Если ты что-то делаешь, его стрелять взлетает, да? Надо повторить свое предложение. Оно очень заманчиво. Шарика перемещается на центральную часть кристаллинки. Потом они перемещаются. Нет, Китя. Как будет до загнутых кончиков. Но новые заряды все прибывают. Куда деваться последние? Что они делают? Соскальзывают. Но если вы будете прыгивать в воздух в такой вертушке, да, представьте, вы на кончике сидите и спрыгиваете назад. Вертушка куда будет прыгнуть? Вперед. Вперед. По закону сохранения чего? Энергии. Импульса. Понятно или нет? Понятно. Вот заряды стекают в сторону, вертушка крутится в эту сторону.
замкнуты. Вы бы увидели этот эффект? Нет. Вот все они замкнуты в одну сторону, чтобы суммировать эффект, и вы видели этот эффект стекания заряда состояния. Именно вот это и раскручивает вернуть. Понятно? Прикольно, электростатическое модель. Понятно? Друзья, это город. А это электро... Это электрометр стоит. Тоже метро вон там, 20 я поняла, что это можно. А вот это что? Да, там, знаешь, можно всякие рисунки нарисовать. Мужики. Татуировку можно сделать. Классно. Не знаю. Еще можно шарики загнать под кожу. Это будут пластиковые. Ну, там же... Еще можно язык так. Ну, это уже... Еще можно шарик. Шарик. Шел подключается, нос отрезать. Пластины. Будешь говорить, как конденсатор. Ася, ты, блядь, зад... Ладно, все тихо, короче. Смотрите, опыт. Да, Ася, смотри опыт. Ир, смотри внимательно. Шарик начинает бегать от одной